В 325-м детском саду тепло, светло и сухо. Каждый день родители приводят сюда больше 100 детей. В 10-м квартале поселка Мехзавод этого открытия ждали почти 2 года. В марте 2015-го его закрыли на реконструкцию, детей распределили по другим садам. И вот, наконец, 12 декабря малыши обрели новый дом. У нас здесь проходила реконструкция, у нас на месте второго корпуса стояло здание, и оно было снесено, и построено 2 больших трехэтажных корпуса новых. И вот именно во время подготовки к запуску у нас произошла такая неприятная ситуация. Сад должны были открыть еще в декабре 2015 года, но открытие перенесли на 1 сентября 2016. В августе крыша не прошла контрольных испытаний, начала течь. Вмешались городские власти и представители Общероссийского народного фронта. Мы оставляем это на контроле весной. Еще раз придем, проверим, будет ли замачивание кровли, либо это будет опять протечки и появление грибков, на которые мы обращали внимание. Но это оставляется все на контроле. Где были это? Места протекания, было вскрыто кровля, проверено, поменяли, заменили. Кровлю испытывали на протекание, все как бы прошли испытания, заливали водой, как положено. Протекания не было. Все недостатки крыши были устранены, теперь остается решить только вопрос с вытяжками. Департамент строительства проведет проверку, а подрядчик должен будет исправить недочет за свой счет. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События.